Люди из разных стран прибывают в Турцию в поисках безопасности. У многих просителей убежища и беженцев возникают вопросы об официальных процедурах в Турции, и они ищут способы получить больше информации. Часто вопросы касаются регистрации и доступа к правам и льготам в Турции. С такими важными юридическими вопросами Refugee Rights Turkey может вам помочь. Refugee Rights Turkey – независимая организация гражданского общества, не связанная с турецким правительством или УВКБ. Наши сотрудники занимаются множеством разных вопросов, поэтому, если у вас возникли вопросы о ваших правах, об услугах, которые могут быть вам полезны, или если у вас есть вопросы о процедурах предоставления убежища, вы можете обратиться к Refugee Rights Turkey. Мы очень ценим социокультурное многообразие и уважаем права наших бенефициаров вне зависимости от их возраста, национальности и пола. Мы защищаем их личные данные и не делимся ими с другими лицами или организациями. Чтобы получить доступ к нашим информационным материалам, вы можете посмотреть наши видео на YouTube или прочитать буклеты на нашем сайте. Чтобы получать информацию о законах, затрагивающих беженцев, подпишитесь на наши страницы в соцсетях. Чтобы связаться с нами, пожалуйста, звоните с 10 до 17. Наши переводчики могут оказать вам помощь на арабском, фарси, турецком, английском и французском языках. Чтобы получить помощь на других языках, пожалуйста, запросите встречу с нами, и мы найдем для вас время. Или посетите наш офис в будние дни с 10 до 17. Это видео предназначено исключительно для информационных целей. Оно подготовлено некоммерческой организацией Refugee Solidarity Network в сотрудничестве с Refugee Rights Turkey.